Друзья, давайте наберем под этим роликом 150 лайков, чтобы вышло продолжение. Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие. День на каком, друзья, канале? Бэйби-го. Да, вы наши дорогие бэйби-гоши. Сегодня у нас продолжение интерактивной игры «Мимимишки». Да? Возьмем. Мы с тобой в прошлый раз карту с Кешей. Да, давай, да, с Кешей. А в этот раз давай возьмем другую. Ну вот давай вот, где у нас цыпа и лисичка. Нажимай. Лисичку. Нажимай. Угу. Это кто такой с колпачком на голове? Цыпа. Цыпа. Так, это кто такой енот? Ты знаешь, что это енота? Да. Давай посмотрим, ему можно кепочку одеть. Смотри, шлем. Шлем. А потом лисичку. Давай, что ты хочешь с лисичкой? Лисичка на троне сидит. О, мы ее пересадили. Слушай, мне кажется, лисичку можно посадить на лошадку. Попробуй. Не надо, не надо. Почему? Не будешь, не будешь. Это качели, качели. Нет. Смотри. Не надо. О, это не качели, это у нас аттракцион. Можно и лисичку покатать. А, это же рыцарский турнир. Ну-ка, да, попробуем еноту одеть шлем. Сейчас мы ему кепку снимем. Так, и дать ему копье. Отлично. И лисички, давай дадим топор. Топор. Настоящие рыцари, да? Вот. У нас рыцари короля Артура. О, можно меч вытащить? Это артуровский меч. Все, у них сражение сейчас будет. Бам! Ой, почему-то... А я знаю, почему енот промазал. Но енот-то не в той руке. Копье. Давай мы копье. А как теперь его снять? Давай ему дадим в другую руку копье. А лисичке дадим, давай, меч. Дадим меч? Да. О, лисичка с мечом. А енот с копьем. Еще раз запускаем. Ну-ка, сейчас будет сражение. Ну, они же туда ударились и все, да? Ничего не произошло. Тут еще, смотри, посох есть. Давай в другую руку лисичке посох дадим. Давайте вот тут. Ой, это же волшебная книга. О, тут можно колдовать. Давайте тучку выйдем. А ты видел, тут еще, смотри, можно шляпу Мерлина одеть ей, да? Давай еще тучку сыграем. А тучки нет, денечка, вот на этой карте. Здесь лисичка. Нет, давай. Давай мы щит дадим. Давай еще раз тучку. Ну как, друзьям нашим будет неинтересно. Давай тучки. Давай лисичку оденем как чародея, давай. Так, давай сейчас. Ого! Это что, злой дракон? О, огнедышащий, да? Это что у нас? Цыпа в роли злого дракона? Так его надо победить тогда. Это, наверное, должен сделать енот. Так, он у нас одет. Ну как слабенько. Он, наверное, с мечом короля Артура должен это делать. Давай ему меч дадим. И он сейчас. А лисичка пускай колдует. Вот у нее посох. Где меч-то? Давай ей посох. А, мы потеряли колпачок. Так, ну-ка пойдем. Нам надо как-то открыть сундук-то. А, это можно добывать. Ну-ка. Угу. Волшебный кристалл. И надо, может быть, в посох его можно ставить? Как ты думаешь? У лисички кристалл. И что нам с этим кристаллом? Как нам открыть сундук, день? Как ты думаешь? Пойдем-ка из кристалла скрафтим что-нибудь. Такая вот мысль. Давай попробуем. Так. Можно что-нибудь в кузнице сделать, как ты думаешь? Денюш. Мне кажется, мы опять в этой игре не все знаем с тобой. Мы сейчас посох положим. Давай тучки. Давай после тучки кесу. Конечно. Так, ну что, пускай лисичка что-нибудь сделает заклинанием, да? Какое-нибудь заклинание. Крибли, крабли, бумс. А мы пойдем енотом побеждать, да?
Давай вот эту тебе. Давай, сейчас оденем. Ничего не могу понять. Как нам эту цыпу победить? Дэн, ты знаешь? Да. Как? На ты. Ты тоже на ты не поставить. Вот. Давай. О, а вот же у нас Кеша. Кеша воин. Тут оказывается можно Кешу. Покажи тучку. Тучку еще? Да. Хорошо. Где меч-то короля Артура? Тучке топор дадим. И кепку. Шлем-то уже одет на Кешу. А нам нужен меч короля Артура. Ой, смотри, есть же катапульта. В катапульту можно положить сток сена. Давай попробуем. Да, давай, клади, клади сток сена. Дай вот эту цепь. Вытаскивай цепу. Вытаскивай. Так. Давай, бери сток сена теперь. Не попал. Ну да, папа тебе поможет. Так, ну его же как-то можно взять. А как нам этот сток сена взять? Тут у нас какие-то зелья. Мачете. О, смотри, ты клубничку вытащил. Пап не понимает. Друзья, если вы знаете, как взять сток сена, мы будем вам очень признательны. Подскажите нам, пожалуйста. А то мы кроме рыцарского турнира по вам ничего не сделали толкового. Пойдем попробуем Кешу поставить туда. А где наш меч? Куда меч Кешин делся? Потеряли мы с тобой меч. Зато мы можем попробовать. А еще, кстати, ворот, наверное, опускается в замке, да? Как ты думаешь? Что тут надо положить? Давай гриб положим, да? Давай, двигай сюда грибочек. Смотри. А может цыпу положим сюда? Давай. О, Денис, ну-ка запусти цыпу. Смотри, запусти цыпу. Нажимай на красный рычаг. А? Ну-ка нажми на красный рычаг. Мы с тобой цыпу посадили в катапульту. Удрж. Ага, вот для чего сено, чтобы он плавно приземлялся. А давай Кешу посадим. Что ты так просто запускаешь? Давай, сажаем Кешу. Запускай. Сейчас он на цыпу приземлится. Ну-ка. Кеш, может, очень тяжелый? Да, Кеш, наверное, тяжелый. Давай еще раз цыпу. Ну, точно. Ну, цыпу запускает. Так, смотри, химический. Давай чай разольем. Нельзя так сделать? Давай Кеш шоколадку скормим. Так, ну все, что-то у нас здесь на этой карте. А, вот они, костюм-то. Рыцарь. Нет, у нас вот такой вот Кеша, да? А вот этот надо лисички одеть. Лисички оденем. Это же у нас игра такая. Где у нас лисичка, денешь? А, лисичка у нас спрятана. Вот она. Сейчас она будет полностью чародеем. Оп. Большой. Всех хочешь вытащить? Ну, вытаскивай. Где наш посох? Вон он, наш посох. Все, сейчас лисичку-чародейкой оденем и на этом закончим день. Пойдем. Так мы не знаем, как победить большого монстра. А будем играть в лунтика? Конечно. А как? Все, лисичка у нас с тобой одета, Кеша рыцарь. Но можно еще тучку, да, одеть? Тучка у нас вот там, смотри. Вот он, тучка. Ой. Сейчас. Пузик наденем, пузик. А вот Кеша еще наденем. Все. Тучка у нас тоже одет. Кеша рыцарь. Чародей у нас лисичка. Вот на троне сидит, да? А Кешу, давай ты Кешу на лошадку и тучку на лошадку посадим. Да. Так, тучка у нас с топором, а Кешу у нас без всего. Давай ему щит другую руку. Давай туда поставим цыпу. Сейчас поставим. Сейчас. И не надо нам вместо меча надо что-нибудь дать. Кеша. Давай кирку ему дадим. А то он бедный там не победит в турнире. Правильно?
Дадим кирку? Дадим? Подожди. А что это? Сейчас. На полу чё? Все, запускаем. Тан-таран-таран. Схлестнулись два медведя. Ну все, давай напоследок запустим цыпу. Запускай. Вот, все. Что это? Ой, он еще поклевал, смотри, поклевал зерно. Ну, давай уже сами позапускаем. Друзья, вот такая была интерактивная карта в мимимишках. К сожалению, мы не знаем, как победить большого цыпу. Если вы играли в эту игру, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, как это сделать. Мы будем очень признательны. И в следующий раз мы исправим все свои косяки с цирком и со средневековьем. И победим гигантского монстра огнедышащего. Ну а сегодня мы с вами прощаемся. Ставьте нам пальчики вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте свои полезные комментарии и самые классные. Ну и конечно не забывайте нажимать колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших событий. До новых встреч, друзья! Пока! Пока!